Друзья, рад приветствовать у себя на канале. С вами Вамби Лайф. Находимся мы в фитнес-зале «Зебра», который расположен на метро «Сокол». Приехал я со своими ребятками сегодня потренироваться, ну и, соответственно, заснять зарубу. Антоха, ну приветствуйте. Такой нормальный топовый атлетик. Шамиль, который нас снимает. Шамиль. Он же является кандидатом из «Распорта» по стритлифтингу, и он же делает очень хороший спортивный массаж. Ну и, друзья, это я. Вот. Не недавно, я бы сказал, а может быть, врать не буду, может быть, 3 недели, может, месяц назад Павел Бабич выкладывал видео, где они с Андреем Филипповым, он тоже спортивный блогер, выкладывали видео своего комплекса. Комплекс состоит из 4 упражнений. Первое – это выходы силой, 10 повторений, подтягивания плюс 20 килограмм, 15 повторений, брусья плюс 40 килограмм, 15 повторений, отжимания стойки на руках, 10 повторений. Есть 2 правила. Первое правило – это техника должна быть хорошая, не особо сильные покачивания, рывки. Вот. И в каждом упражнении стараться сделать минимум 3 повторения. Они, ребят, топовые, мы только начинающие, как говорится, не будем себя завышать. Сделаем кто как сможет. Я буду, например, стараться делать по их правилам. Антоха, ну я не знаю, Антоха, как у тебя получится? Как получится? Ну как получится, да. Ну и, соответственно, вот, Шамиль. Я буду стараться просто его выполнить хотя бы за полчаса. Вот, все, тогда начинаем. Друзья, тогда начинаем. Первым будет делать у нас Шамиль. Вторым этот комплекс буду делать я. И третьим замыкать будет наш круто Антоха. Вот. И каждый из нас будет нас снимать, соответственно, следить за нашей техникой и следить за временем. Время у Павла Бабича было 7 минут 4 секунды. У Андрея Филиппова 8.23. Это с учетом того, что он сделал 9 отжиманий стойки на руках. И один не добил, и штрафным у него было 7 выходов. Он просто закрыл 7 выходами. И время у него получилось 8.23. Так что давайте будем смотреть, засекать будем время. У нас будет таймер. Так, давайте зафиксируем веса. 20 килограммов это мы поставили на турнике. И 40 килограмм у нас получается. Так, это не 40, Шамиль. 25-ку убери, еще возьми 20-ку. Это 20-ка вон, 25-ку убираешь. Так, вон 20-ка. Да, 25-ку убирай, 20-ка есть. Да я на косарей. Давай, давай, бери. Антоха, короче, решил не 40, а 45, чтобы мы сделали. Короче, вот, ребят, 20-ка, вот, чтобы еще 20-ка. Все, все ровно. Я засекаю секундомер. После каждого упражнения я обычно так делаю, нажимаю круг, это значит, ну, круг закрыл, чтобы мы видели, за какое время каждое упражнение ты сделал. Ну все, там, нажимай на play. Так, первый у нас 10 выходов, минимум, еще раз повторюсь, хорошая техника и минимум на каждое упражнение 3 повторения. Подтягивание, да, я все скажу. Так, 10 выходов, первое упражнение, 3. 2, 1, поехали. Ничего страшного, ты сразу сказал, что техника у тебя будет не идеальная. Я буду сразу ноги разводить. Переходим к подтягиванию. Ну вот, я нажал круг. Первый круг он закрыл за минуту 0.4. Переходим мы к подтягиванию. 20 килограмм на постовчик. Раз.
2, 3, 4. Подтягивание как, тяжеловато идет, Шамиль? Нормально пока. Пока живой. 7. Время. 2 минуты 34 секунды. 7, да. There's no point in running away now. I'd rather sleep until the storm is gone. She'd rather be shooting at me now. I know we'd win. Я еще раз повторюсь, если у тебя не получится сделать 3. Вот. Ну, ничего страшного, делай как сделаешь. Давай еще 3. Раз. Давай два повторения тебе еще. Как ни крути. Looks like a blink of an eye's not enough. She'd rather be staying for days now. I'd rather fix it than mess up again. She'd rather be burning it all now. I know we will end up in anger. I don't think we grew up, we just became older. She's aiming her words and we. Все. Время 4:55. Второй круг закрыл за 3 минуты 48 секунд. Ну вот. Молодец. Все, брусья. Давай. Также 15 повторений. Плюс 40 килограмм. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, оставь, три напоследок. Ну, у тебя, знаешь, что я тебе хочу сказать? Ты не так низко опускаешься и локоть не разгибаешь полностью. Поглубже надо. Ну, глубоко, в принципе, у тебя нормально, более-менее 90 градусов, но ты не разгибаешь локоть в верхней точке. Ну, нормально, уже все, уже ничего страшного. Еще три повторения, Шарли. Раз. Два. Отжимание. Три. Красавчик. Третий круг закрыл за минуту 0,4. Отжимание, ну, я так понял, отжимание на стихии Шамиля. Отжимание это нормально. Отжимание в стойке на руках. А теперь самое интересное, друзья. 10 повторений, отжимание в стойке на руках. Раз. Два. Три. О. Тяжело, да? Не знаю, как я дожму до конца круга.
4. 5. Ничего. Засчитаем. 6. Еще. Здесь, конечно, дети программовые. Подтягиваются. 7. Еще 3. Не будешь делать? Давай, Шамиль, еще 2. Друзья, время. 11 минут. Два повторения осталось. Красава! Получается, друзья, 12 минут 13 секунд. Первый круг он сделал в выходе минута 4. Второй круг подтягивания 3 минуты 48 секунд. Третий круг отжимания на 8 минут 56. И четвертый круг стойка на руках отжимания 5.20. Время Шамиля 12 минут 13 секунд. Что скажешь, брат? Я скажу, что я очень устал. Жесткий комплекс? Жесткий, вообще. Нормально, да? Зато прокачал ты, как говорится. Весь вверх. Весь вверх, да. Все, красава. Да, сейчас смотрите на Ивана. Иван, я думаю, вам сделать минут за 9. Ну, даже быстрее. Антон точно не меньше. Ну, то есть не больше. Видел, он разминается со мной на поясе. 50, сколько там, 70-80? 85. 85 килограммчиков. Все, друзья, Шамиль там сделал этот комплекс, теперь буду пробовать я его. Ну, не знаю, за сколько я уложусь. Будем стараться на максимум. Так, ну что, готов? Фу, да. Так, 3, 2, 1, поехал. Первое упражнение, выходы силы, 10 штук. Он сделал за сколько, 35 секунд. Дальше будет подтягивание с весом 20 килограмм на 15 повторений. This work only.
Эх, ну еще 2 по 3. Да. Три. Да, заводишь четко, высоко прям, может даже пониже. Запас силы есть. Все три повторения. Время 2:30. Нет, последний, крайний. Все, сделал. 2:53 время. Следующее упражнение — отжимание на брусьях плюс 40 килограмм. Время всего 4:18. Всего? Да. И еще троечку, и еще. Ну что, тут не другой 50. Все, финишная прямая осталась. Есть повторение, я понял, что это. Александр, Побьешь это время? Сейчас мы уже основную тренировку пройдем. О, а
Антон будет делать тренировку после тренировки. Блин, что я могу сказать? Ребят, комплекс обалденный. Паш, Андрей, спасибо вам. Очень было все здорово. Но вот этот косяк. Здесь надо отжимания стойки тренировать. Здесь я, как говорится, не соперник вам. Ну а в целом база, выходы, подтягивание отжиманий у меня нормально. Антона, и тогда уже будем подводить итоги. Все, ребят, Шамиль сделал комплекс, я сделал. Посмотрим, какой результат будет у Антохи. Анток, ты готов? Сейчас, подожди минуточку. Я засекаю также время на своих часах. Делаю обратный отсчет, и он начинает. И также будем отмечать круги. Ну все, погнали. 3, 2, 1. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Красавчик. Справился за 31 секунду. Все, переходим. 15 повторений. На турнике. 20 килограмм. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять. И еще пятачок. Пробуем сделать на топ давай. Раз. Два. Три. Вместе забились. Четыре. Красавчик, еще раз. Отлично. Второй круг пройден. Минут 57. А время наше 2:33. 15 повторений. Отжимание на бок. Только делал 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2 повторчика, 14, 15, красавчик, закрыл. Время 4:02, третий круг он закрыл за минуту 32 секунды. Что, осталось 10. Повторение отжиманий стойки на выход. Это самая, говорится, жесть.
4, 5, 6. Красава. Время 6:54. Антоха, вообще молодчик. Что скажешь? Как тебе комплекс? Да, вообще бомба. Не хочешь Паше с Андрюхой привет передать? Спасибо привет за комплекс. Привет Паше и Андрюхе за комплекс. Да, комплекс реально топовый, ребят. Спасибо вам большое. Че, друзья, сделали мы комплекс. Вот, Шамиль у нас уехал, так как ему надо мчаться на работу, делать людям спортивные массажи. Мы вот остались с Антохой. Антоха, еще раз спасибо за зарубу. Тебе спасибо. Вот, втроем мы сделали зарубу. Время у нас получилось. У Антохи получилось 6:54, у Шамиля около 10, мы посмотрим. Ну и у меня около 7, ну примерно у нас с тобой одинаковое время. Да. Ну все, ребят, занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни. Ну, ждите мое следующее видео. Увидимся. Всем пока. Всем пока.